Да хоть как. Смотрите, какое платьице мы, Жанна придумала. Вот этот шелк она сама расписала, да? Батик называется. Горячий батик. Горячий батик. Ну, давай рекламу сделаем. Где? На Электрозаводской. Как называется фирма? Школа современного батика. Школа современного батика. А потом купила в Редметр. Редметр тоже там же. Вот тоже там же. Купила вот такой вот трикотаж. Он полиэстер, синтетический, да? И посмотрите, покажи, что это у нас фартучек. Вот такую штучку мы придумали. Сделали платье, повернись спинкой, без нагрудной выточки. То есть выкройка у нас сделана такая простая. Простая выкройка без нагрудной выточки. Рукавчик 3/4, вточной, обыкновенный. Вырез вот такой. У нас будет крепиться оно по рукаву, по горловине, потому что это узкая была полоска. И сделали вот такую вот накладную вот такую детальку. Вот такая у нас сегодня идея воплощается в жизнь. Да? Нам нравится. Приходите к нам учиться. В конце января набор. Дальше только осенью будет набор на группу. Приходите.